Похороны каждого видного партийного деятеля в СССР проходили по высшему разряду и в соответствии с целым рядом устоявшихся правил. Так было и с товарищем Ждановым, одним из ближайших сталинских соратников, скончавшимся в 1948 году. Если бы не одно «но», на кадрах кинохроники оказался запечатлен лично Андрей Александрович, несущий свой собственный гроб. Когда большевики пришли к власти, то начали активную борьбу с религиозной окантовкой обрядов прощания и погребения. Советские партийные лидеры в этом плане не были исключением. Постепенно для их похорон была выработана целая унифицированная система. Так, считается, что колонный зал Дома Союзов стал местом прощания с именитыми политиками после смерти Ленина. Но это не так. Первым виновником стал не Владимир Ильич, а Петр Кропоткин, скончавшийся 3 годами ранее. Высокопоставленных чиновников хоронили у кремлевских стен. Исключениями стали только Ленин и Сталин, но второго перезахоронили. Гроб обычно несли члены Политбюро и правительства. Так, Владимира Ильича к месту упокоения доставили Сталин, Каменев, Бухарин, Молотов, Калинин и Томский. Жданов умер в конце лета в доме отдыха «Валдай». Это ленинградское направление, и, соответственно, вокзал был довольно далеко от Дома Союзов. Поезд с усопшим перегнали на Белорусский вокзал, и уже оттуда траурная процессия выдвинулась к месту прощания. Гроб несли Молотов, Берия, Каганович, Суслов, Шкирятов. В соответствии со сложившейся традицией, действо снимали на камеру. Начало ей было положено с похорон Ленина, и чести был удостоен и Жданов. После просмотра работы операторы пришли в состояние шока. Пленка в нескольких местах оказалась повреждена и восстановлению не подлежала. А цена таких ошибок в то время была очень высока. Что делать? Решать проблему доступными способами. Брак из пленки вырезали, заменив кадрами с похорон Калинина. Поскольку действие осуществлялось по одному и тому же сценарию, то подмены никто не должен был заметить. Если бы Жданов не участвовал в похоронах и не нес гроб с телом Калинина. Так что никакой мистической составляющей в этом не было. Правда, очевидцы отмечали некоторые странности, связанные с кончиной Жданова. К примеру, сама смерть в довольно раннем возрасте, всего в 52 года.